Доброго времени суток, друзья! Приветствую вас на канале Polar Wolf, гороскоп и футбол. Гороскоп на завтра, 25 декабря 2020 года, для всех знаков зодиака. В пятницу, 25 декабря 2020 года, до 13 часов 39 минут продолжается 11-й лунный день, а с 13 часов 39 минут и до 13 часов 53 минут следующего дня 12-й лунный день. 12-й лунный день – это день мудрости и божественной благодати. Символом дня является чаша Грааля, которая олицетворяет космический центр, источник жизни, единение с Богом. Поиски чаши Грааля символизируют поиски смысла жизни, духовное совершенствование. Этот день лунного месяца способствует очищению и внутреннему преобразованию. 12-й день лунного календаря – характеризуется победой подлинной мудрости над эгоистичным умом и чувствами, что означает наступление покоя и величия духа. Это день душевного равновесия. Чувствительность к энергетике дня сегодня настолько высока, что даже неподготовленные люди смогут ощутить свою связь с миром, с вселенной, почувствовать свою духовность. В этот день приходят озарения и божественные откровения. Вы внезапно можете осознать очень важные вещи, способные перевернуть ваше понимание и мироощущение. 12-й лунный день очень подходит для духовного самосовершенствования. Это день уединения, смирения, исповедания. Сегодня мир особенно чуток к вашим просьбам, поэтому можно просить что-нибудь. Сегодня нельзя плакать и жалеть себя, иначе в этом состоянии можно увязнуть надолго. Все пороки в себе следует подавлять, нельзя быть злым и алчным, срываться на окружающих, затевать нехорошее. Усмирите в себе гордыню, проведите день в расслабленном состоянии. К окружающим надо относиться с милостью, в противном случае милость пройдет мимо вас самих. Дарите близким подарки, не скупитесь на ласковые слова, давайте милостыню, особенно если вас об этом просят. Остаток дня можно провести в уединении, в попытках созерцать свой внутренний мир. Попробуйте очистить свои мысли, сосредоточьтесь на астральных образах или на воде. Сегодня вы можете найти свое место в этом мире. Если в этот день вы чувствуете тоску и скорбь, это может быть признаком нарушения вашего духовного пути. Плохой приметой также является пролитая жидкость или разбитая посуда. Здоровье и питание. Светодиодная фитолампа для выращивания растений по очень приятной цене. Хорошая оценка качества и более 1000 заказов. Действует скидка 14% и цена составляет 80 рублей. Ссылка в описании. Сегодня нельзя переедать. Также не рекомендуется пить спиртное, злоупотреблять табаком. Огромной силой обладает вода, поэтому все, что связано с водной стихией, будет полезно для организма. Пейте побольше жидкости, можете заняться сокотерапией. Только откажитесь от яблочного сока. Считается, что яблоко – плод обольщения, несовместимый с богатой духовной энергией текущего лунного дня. Под ударом сегодня оказывается сердце, верхние дыхательные пути, легкие. Полезно заняться очищением этих органов, принимать отхаркивающее. Нагрузки на сердце противопоказаны. Лекарства и косметические средства сегодня наиболее эффективны. Их можно уверенно использовать для лечения. Выздоровлению будет способствовать ваше хорошее настроение. Если вы заболели, будьте терпимы и добры к окружающим. Не думайте о плохом и не совершайте плохого, тогда поправитесь быстрее. Любовь и отношения. С окружающими, а тем более с близкими людьми, ссориться нельзя. Если поругаетесь, помириться будет очень трудно или даже вовсе невозможно. Поэтому будьте осторожны в общении. В крайнем случае, уединитесь и проведите сегодняшний день самим собой. В любом их отношениях может появиться недосказанность. 12-й лунный день – самое неподходящее время для выяснения отношений. Поэтому серьезные разговоры с избранником или избранницей отложите на другой день. Несмотря на возможные конфликты, день благоприятен для заключения брака. Считается, что сегодня все браки заключаются на небесах. Если ваши отношения крепки или вы влюбились друг в друга с первого взгляда, то и ваша семья будет прочной и долговечной. Пары, сыгравшие свадьбу в 12-й лунный день, почти никогда не распадаются. Исключение составляют только те люди, которые сыграли свадьбу против своего желания. Дурным признаком является ссора между новобрачными. Если в 12-й лунный день молодожены ругаются, значит, в их отношениях все не так гладко, как кажется со стороны. Для зачатия ребенка день сегодня неблагоприятный. Ребенок с большой вероятностью будет страдать.
Возможно, природа наградит его целительным даром, но для полного владения человеку, зачатому 12-й лунный день, надо будет очиститься через многочисленные горести. Работа и творчество. На сегодняшний день выберите спокойную, пассивную работу. Ничего нового начинать не надо. Также не стоит заниматься делами, которые имеют для вас большое значение. Все может рухнуть в любой момент. Отложите до лучших времен решение финансовых вопросов, судебные разбирательства, операции с недвижимостью. Для активной работы крайне неблагоприятный день. Студентам, творческим людям и представителям науки также придется нелегко. Работа, как говорят, встанет. С начальством лучше дела не иметь. Также не стоит сегодня увольняться или идти на собеседование. Путешествия, поездки лучше отложить. Рожденный в этот день милостив и добр. Его душа сильнее тела, он берет энергию в космических источниках. Этот человек близок к божественным откровениям, он всегда придет на помощь другим людям. На добрые дела у него всегда найдется время и энергия. На долю этих людей часто выпадают многочисленные страдания, но сердечная доброта и помощь высших сил помогают им пройти все испытания. В худшем случае люди отворачиваются от священной чаши, отвергают все божественное, становятся циниками. Таких людей ждут не меньшие страдания, но преодолеть их им будет значительно сложнее. Обычно во снах наше подсознание показывает нам, чему мы уделяем основную часть нашей жизни, какие нерешенные проблемы у нас есть, с каким настроением мы живем и какие приоритеты выбираем. 12-й лунный день характеризуется как день соединения с Божественным. Вы очень чувствительны к тонкому миру, а потому ваша восприимчивость сегодня соответственно высока. Поэтому в этот лунный день очень часто во сне могут приходить откровения. Сны 12-го лунного дня необходимо толковать с духовной точки зрения. Обычно в этот период снится то, что вы цените больше всего. Например, если вам снятся материальные ценности, значит в жизни вы отдаете приоритет социальной жизни, а духовность отодвинули на второй план. В этом случае рекомендуется обратить внимание на свое духовное развитие. Возможно, что совершенствуясь в этом направлении, вы сможете понять, на каком пути стоите и что мешает вам двигаться дальше. И наоборот, если во сне вы видите образы, связанные с религией, духовностью, это может значить, что вы оторвались от социальной жизни и заострили свое внимание на духовном развитии. Рекомендуется внимательно отнестись к этому знаку, потому что такой отрыв от реальности может оказаться очень неприятным. Сад, огород. 12-й лунный день благоприятен для работ в саду. Растения находятся на пике своей активности, набирая все больше жизненных соков. В этот период важны обильный полив и подкормка. Это время, когда плоды и листья набрали максимум полезных элементов, а потому самый подходящий момент для сбора урожая, особенно тех плодов, которые готовы к незамедлительному употреблению. Посадка и сбор урожая относятся к тем культурам, у которых съедобной является верхняя часть. Помимо сбора урожая, на растущую луну хорошо делать заготовки на зиму, такие как засолка и квашение. В это время также хорошо обрабатывать землю, проводить обрезку, черенковку, укоренение клубничных и других усов. Также делают прививку и пересадку культур, прореживают сходы, пасынкуют, собирают семена. Подходящее время для обрезки, прищипки и пикирования растений для лучшего роста побегов. Не рекомендуют в этот период обрезать плодовые деревья, так как они могут истечь соком и погибнуть. Также нежелательно пикировать растения, если луна находится в знаке Водолея. Желаю вам хорошего, плодотворного и удачного дня. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите ваши комментарии и будьте здоровы. Ваш Палат.